Тихо, вот сейчас вообще нехороший звук. Мне этот звук не нравится. Что это? Что? Где? Да, блядь, где? Где? А, ты твою мать! Так, сматываемся отсюда нахрен! Ну, в общем, пошла волна, все. Началось. Так, ладно, давайте зайдем в наш лагерь. Соберемся с мыслями, подготовимся и... начнем обороняться. Ну, в принципе, с оружием у меня все в порядке. В общем, надо для силы только немножко поесть, попить и все. Так, в общем, в принципе, даже мы можем мясо пожарить. У нас на это есть время. А, давайте еще отсюда воды попьем. А, тут уже воды нет. Ладно, тогда выпьем из бердюка. Что там, мясо уже готово, нет? Еще нет. Ну, сейчас уже скоро приготовится. А, все, готово, кажется, да? Да, можно и поесть. Ну что, я готов. Держитесь за задницу, ублюдки. Вот, подлечимся немножко. Вот теперь я точно готов, все. Ну, где вы? А? Эй, да хреноног, где ты там? А, тварь, чё, забор мой ломаешь? Ну иди сюда, тварь. Так, надо главное аккуратно. Опа! Так, так. А, так слушайте, хе-хе, она застряла, короче. Ну, нам же лучше. Главное сейчас, чтобы сзади никто не напал. Давай, давай, давай. Так, так. Ну же! Да сдохни ты, тварь, вот же лучше, а! Кажется, все. Ну, где остальные? Что-то я никого не слышу. Ладненько, все, давайте чиним. О, мерзость какая. А чё, где остальные-то? Струсили, что ли? Ну, нашим же лучше, чё. Так, с оружием у нас все в порядке. У нас все есть, и динамиты, и взрывчатки, и топоры. С едой и питьем тоже все вообще отлично. Аптечек у нас хватает. Так что мы можем смело двигаться к следующей нужной нам пещере. К этой пещере, конечно, идти гораздо безопаснее по берегу, потому что по берегу эти дикари практически не ходят. Но по берегу получится очень долго. А если идти вот так вот по лесу, то мы очень серьезно срежем путь. И я, конечно, пойду по лесу. Да, здесь, конечно, большая вероятность того, что на нас нападут дикари, но... днем и в такой местности от них очень легко можно убежать. Ну, пока все спокойно, никого не видно, никого не слышно. Так, сейчас где-то здесь должна уже появиться поляна. А, вот вижу. Отлично. Тут неподалеку есть синяя палатка. Кстати, она то ли в третьей, то ли во второй серии уже нам встречалась, и мы там сохранялись. Кажется, во второй серии это было, да. Вот она. Сейчас мы снова сохранимся в этой же палатке. Сохраняемся. И вот сейчас главное двигаться в правильном направлении. Если чуть-чуть, короче, сбиться с пути, то все. Можно заблудиться и потерять это место вообще. Тут надо найти, короче, один такой большой камень. А, вот все, вижу, короче. Все. Итак. Слушаем. А, ну вот. Слушайте. Нас уже поджидает вовсю.
Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо. А? Ты тут один или вас тут до хрена? А? Да сволочь, а? Да отвали ты уже, блин, а? Не, слушай, вроде по голосам их тут больше, чем один. Ладно, сейчас сделаем факел. Так, и алкогольчиком немножко заправим. Так. Да, их тут двое. Блин, их тут двое. А может даже еще и больше. Где второй, ну-ка? Так, ну-ка вот так вот здесь вот сейчас встану. Вот. Так, 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 так. Ну чё вы, чё, подходи, давай, давай, поднимайся, ну. Я к вам не спущусь. Вот, вот, чёрт, есть, есть, кажется, есть. На, ещё. Отлично, добивай. Да добивай ты его. Всё, готов. Один готов. А вот и второй. Ну-ка. Куда убежал? Эй, ты куда убежал? Оп. Опа, есть, 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 так. Еще. Так, так. Вот и все. Фух, готово. Ну, вроде все, да, тишина. Так, что у нас тут? Снова куча повешенных трупов. Ладненько, давайте пороемся в чемоданах. Тут что? Бумажные деньги и монетки. Вот монетки, они, да, они вот очень нужны, потому что с помощью них можно крафтить взрывчатку. А вот бумажные деньги, ну так, чисто, не знаю, там, костер растопить. И только лишь. Сейчас главное не заблудиться. Так, это у нас пилот. Он что, весь в осколках стекла? Точно. Вот, тряпочки, отлично, собираем. И тут тоже, наверное, тряпочки, да. Тряпочки, это очень нужная вещь. Так, кажется, нам сюда, в эту сторону. Тут кто-то ноги оставил, да? Угу. Что бы это могло значить? Рисунок какой-то. Какая-то черная дыра. Кресты? А что тут делают кресты? Что за фигня? Что у нас? В религию, что ли, аборигены вдарились? Да не, скорее всего, просто они какого-то священника убили, забрали его вещи и делов-то. Тихо-тихо-тихо. Вы тоже это слышите? Во. Слушай, это кажется, они спят, да? Ну, если они спят, то их можно втихушку. Только я их ни хрена не вижу. Блин, а если я сейчас факел подожгу, то надеюсь, это их не разбудит. Блин, хоть бы не проснулись. Хоть бы не проснулись. Да, прикольно, они спят как лошади стоя. Так, что-нибудь такое, знаете, бесшумное. Вот, взрывчатку на них сейчас. А, черт, они проснулись. О, успел, ништяк. Эй, тихо, 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 еще один. Стоять.
Я что-то не понял, ну что, обязательная пробежка после сна, что ли? Тихо. Так, да давай, да блин, да не мазай ты. Готов. Вроде все, больше никого здесь нет. Так что спокойненько сейчас соберем себе тряпочек. Еще тряпочки. Так, что-то я не знаю, то ли нам сейчас надо вниз, то ли куда-то в другое место. Сейчас осмотримся. Давайте спустимся вниз. Ай-яй-яй-яй-яй, блин. Фу. Что сейчас такое было? Зачем я сорвался? А? Еще вниз, что ли? Только не сорвись в этот раз. Так, вроде все тихо. Так, по звуку ясно, что здесь очень глубокий водоем. Значит, мы на верном пути. Так, что это, распятие, что ли, да? Распятие. И это католическое распятие. А, видите, у Иисуса Христа ноги скрещены и прибиты одним гвоздем. А у православного распятия, там у Иисуса Христа ноги прибиты двумя гвоздями. Хотя, зачем я это вам рассказываю? Короче, проехали. Вот, зачем мы сюда шли. Мы сюда шли за аквалангом. Этот акваланг нам в дальнейшем очень-очень пригодится. Без него практически никак. Почему он умер в такой странной позе? Непонятно. Ну-ка, там в углу что-нибудь есть? Нет, здесь у нас ничего нет. Итак, сейчас мы можем вернуться назад, обратно в лагерь. А можем... сейчас оденем акваланг. И немножко поплаваем здесь, да? Испытаем, так сказать, нашу находку. Слушай, мощный фонарь у этого акваланга. Ну-ка, что это? А, это всего лишь череп. Это тоже череп. Опачки. Это что за проход такой? Давайте-ка посмотрим. Интересно, насколько он длинный, этот проход? Ну тут вообще пока никак не выплыть. Ладно, плывем, пока плывется. Кислорода у нас много, так что не паникуем, все в порядке. А вот, кажется, здесь вот можно уже вынырнуть. Давай, 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 давай. Блин, вообще классный фонарь. Так далеко и ярко светит. А что он гаснет? А, понятно, короче, он работает только под водой. Оп, включился. Сейчас выныриваем. Что это такое? А, слушай, это же эти. Карапузики. Может, они охраняют что-то очень полезное? Надо бы сходить, проверить, да? Но сначала нам надо согреться, потому что мы замерзли. Надо бы какое-нибудь безопасное местечко найти. А, вот. Вот, я думаю, что вот здесь будет безопасно. Нифига меня трясет. О, тихо, тихо, все, все, все. Ты это самое, не умирай, главное. Аж передергивает уже. Так, листьев накидаем. Листьев у нас очень много. Вот, отлично, согрелись. Ну, конечно, покушать, попить надо обязательно. И поплыли.
Надеюсь, с ними нету там этого дохренонога. Так, ящик. Пустой. Сигнальные ракеты. У меня их тоже полно. А, кстати, да, можно уже сигнальные ракеты здесь посветить. Так, ребятки, только не трогайте меня, не бейте меня. В общем, здесь ничего интересного нет. Так что пошли отсюда. Плыть обратно мне пока не хочется, я поплыву дальше. Может, здесь еще есть проход? Что-то, короче, мне очень любопытно стало. Слушай, действительно, смотри, еще проход. Куда это мы так интересно приплывем? Тоже вон, смотрите, какая большая пещера. Сейчас выберемся на берег, немножко согреемся. Отлично. А, черт, меня опять передернуло. Быстрей, 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 быстрей. Так, здесь пока тихо. Вроде никого нет. Все спокойно. Давайте бросим сигнальную ракету куда-нибудь подальше вот так вот. Что посвящено... Ого! Это что такое? Это что за ворота? А это что? Ё-моё! Тут так много костей, это... Это что за херня? Что за алтарь такой? Нет, вот эти ворота по-любому строили не местные дикари, у них бы мозгов не хватило. Вероятно, это постройка какой-то древней цивилизации, типа майя и... Ну, вы поняли, короче. Блин, а как их вообще открыть-то? Тут вот какой-то алтарь, видимо, на этот алтарь нужно что-то принести, какую-нибудь жертву, я не знаю. Может, какой-то специальный предмет. Так, возможно, мне придется обыскать эту пещеру, чтобы найти нужный нам предмет. Так что возьмем-ка лучше мы в руки оружие, на всякий случай. Так, сейчас мы подожжем топор. И будем здесь... Все осматривать. Просто мало... Так, не понял. Что за фигня? В смысле? Сюда можно положить топор, что ли? А если я его сюда положу, то... Потом я смогу его обратно забрать? Ну, давай положим. Слушай, сработало? Но вроде не полностью открылись, да? Нет, не полностью. Еще и этот тоже топор, что ли, там можно положить? Ага. Так, забрать я их, если что, могу... Ну-ка. Чё-то меня не пропускают, нифига. Видимо, надо еще что-нибудь положить. Так, что у меня еще есть такое? Ну, давай вот это вот. Тоже положим. Так, а теперь... О, ништяк, прошел. Блин, но мне нужны топоры, я же не смогу без оружия. А хотя у меня есть копье. Воу-воу-воу, что за фигня? Ворота, что ли, закрываются? А, нет, они полностью открылись. Фух, я уже думал, все, мне хана. Давайте прислушаемся. Вроде тихо. Двигаемся аккуратненько. Это что такое? Не понял. Что здесь произошло? Это... Чё за фигня вообще? Почему кресты тут? Какой-то непонятный силуэт. Ну, это, видимо, какие-то сектанты пришли сюда, кого-то, наверное, вызвать или, наоборот, изгнать или поклоняться. Ну, хрен знает, короче. Но они в таких позах находятся, как будто на них хлынула какая-то волна, и они застыли. В такой же позе, кстати, находился аквалангист, где мы подобрали акваланг.
Если бы их убил какой-нибудь там, не знаю, выброс газа или просто выброс какой-то энергии, то они бы упали, их тела бы просто лежали. Но они, смотрите, они именно в каких-то позах находятся. То есть их как будто заморозило или парализовало. Я не знаю, короче, ладно. Непонятно все это, короче. Ладненько, давайте здесь осмотримся, что это у нас. Топливо какое-то. Что? Библия? Это Библия у меня уже есть, так что подбирать не буду. Тут что у нас? Газировка. Собираем. Все полное. В палатке. В палатке ничего. Ну, давай выходи. Ух ты. Топор. Прикольно. Деревянный топор. А это? А это, видимо, рисунок дохренонога. Ага. Ну, в общем, здесь ничего такого суперинтересного нет. Можно еще вот, вот сюда нырнуть и попробовать проплыть. Но что-то, знаете, мы и так уже слишком далеко зашли. Поэтому давайте возвращаться в лагерь. Как-нибудь в следующий раз сюда вернемся. Так, тихо, тихо, тихо. Вот такой деловой поплыл, блин. Ну уже, забирай. Так. Текс. И текс. Ладно, так быстро вспомнил. В общем, я на монтаже обратный путь вырежу. И мы сейчас встретимся где-нибудь... О, мне же надо поесть. Иди сюда. Ну же. Ну ладно. Обойдусь шоколадками. Так, согреться надо.